девчонки, всем привет, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, с вами Виктория, я из Украины, живу в Германии. Сегодня продолжаем с вами ходить по магазинам, смотреть новинки, девочки. И сегодня у нас вот такие вот две новинки, Daisy Marc Jacobs, одна из них ISO Fresh Pop в туалетной воде, другая просто ISO Fresh Pop, тоже в туалетной воде, и третья тоже вот такая вот. Такие вот видим с вами очень яркие флакончики. Я нанесла оба аромата на кожу. Точнее, их три, но третьего нету. Боже, какая милота, девочки. Ну, это так красиво вообще. Вот. Ну, что сказать? Что можно сказать об этих ароматах? Это такие жвачные, конфетные духи на лето. Это тоже для меня, допустим, вот этот вот что-то в стиле Шанель и Шансов. Очень свежо, очень ярко, кисленько так, с кислинкой. Ну, немножечко такая вот, как конфетка-леденец. А вот этот более послаще. Это для меня жвачку напоминает. Немножко. Такой жвачечный, более сладкий. Тоже стартует ярко, но есть здесь такая сластинка каких-то фруктов. Какие-то фрукты здесь. Здесь мне больше все-таки цветов, девчонки. Хотелось бы, конечно, еще вот этот вот третий попробовать, но его тут нету, тестера. Ну, я думаю, скоро появится. Так, цена вот 80 евро стоит, 75 миллилитров. Дальше вот этот вот, который просто поп без ISO Fresh, 50 миллилитров, вот тоже 80 евро, девочки. Здесь видите, у нас объем с вами побольше. Вот так. А вот этот вот тоже то же самое, тоже 80 евро. Ну, вообще, мне нравится вот этот, но я бы хотела еще тот попробовать. Но вот этот однозначно пойдет в хотелки. И флакон красивый, и аромат такой приятный на коже. Ну, такие конфетные, конфетные духи, девочки. Нравится. Не знаю, мне нравится. Сладенько, вкусненько, неприторно. А флакончик, боже мой. С такими цветочками. Девчонки, видите, очень приятно. Так, девчонки, нашла еще вот этот вот, этот самый сладкий. Это какой-то как маршмелло прям мне. Так, цена 94 евро, самый дорогой. Вот такая вот новинка от Жан-Поль Готье. Такая еще новинка. Но, честно говоря, вообще меня не впечатлила. Вообще как-то не зацепил, не впечатлил абсолютно. Ничего интересного. Просто как-то сладко, банальное, какое-то как мыло. Сколько стоит эта новинка Виктора? Вот 112 евро за 50 мл. Флакон такой оранжевый, какой-то коньячный. Так, девчонки, вот Fame от Paco Rabanne, просили девочки. Ну вот, у нас только два фланкера, да? Один вот такой серебристый, один черный с золотым, да? Ну, вот этот мне понасыщеннее предыдущего, но я все равно слышу здесь много манго, очень много манго, сладости какой-то, в общем-то. А вот этот вот версия такая полегче, видите, серебристый с золотом. А он какой-то легкий, какие-то цветы, фруктики тоже мне. Но под конец что-то химозит, но вообще мне нравятся вот эти феймы, вот эти роботы. Вот, у нас их только два. Говорят, что их там вышло уже 3-4, не знаю, у нас только два. И два мужских. Один черный мужской и один вот такой вот серебро. Ну, то есть, я, честно, мне нравится этот аромат, но я не покупаю из-за флакона. Мне вообще не нравится флакон. Ну, то есть, это как-то... Ну, блин, я не знаю, зачем такое. Все, это все, что у нас есть, девочки, по феймам. Мне еще вот нравится
вся линейка Lady Million тоже очень. Мне вот этот с красненьким нравится, с черненьким, потом еще и с розовым тоже. Они все такие медовые, сладкие, вкусные такие. Ну, в общем, вот этот красный очень красивый. Вот видите, цена 65, маленький объем. 30-ка. А сколько там? 80, это, по-моему, уже 90, около 100, короче. Классик тоже красивый. У меня два раза был классик. Очень люблю. Олимпия. Ну, что-то Олимпии как-то мало тут. Вот. Вот это красивая версия. Ну и классика. Я за классику все равно в таких вот каких-то таких ароматах. Так, девчонки, смотрите, вышел новый аромат. Dolce & Gabbana Queen Intense. Но, к сожалению, нету тестера. Короче, вот новенький, видите, такой в золотом флаконе Intense. Я думаю, что должно быть что-то красивое. И вот вам покажу старенький, да. У меня вот этот вот есть очень красивый аромат. Безумно красивый. Оно вот это вот новинка. Цена у нас 85 евро за 30 мл. Вот. Поэтому, ну, надо попробовать. Но почему-то нету тестера, девочки. Так, Montblanc Signature. Очень многие хвалят эти духи, но я что-то как-то к ним очень равнодушна. Я все-таки Montblanc, мне нравятся старенькие, которые ароматики. Вот. Что у нас еще интересного с вами, девочки? У нас вот Лавиабельку оценили, вот этот вот аромат. Это, по-моему, Лавиабель Intense. Короче, он сейчас 50 мл, стоит 70 евро. Или это Iris Absolue? Нет, это не Iris Absolue. Это Le de Parfum, короче. Вот это последний самый, который вышел. Вот сейчас вот на него скидки, девчонки. А вот он, Iris Absolue. Ну, этих Лавиабель очень много на самом деле. Так, Жан-Поль Готье, я тоже знаю, что вышли новые духи, но я что-то почему-то здесь не вижу. Диорчики наши любимые. Жадоры. Шанель. Вы знаете, дочке моей вчера понравился вот этот аромат. Новый, который в новом флаконе. А я говорю, мне больше старый нравится в туалетной воде. Armani My Way. Я вам уже говорила, что вот это очень красивая история. Такой персиковый какой-то. Но в базе немножечко химозик. Но вообще, если брать все вот эти вот версии, то красивый. Красивый аромат получился. Достаточно такой, ну, ничего. Туфельки наши любимые. Вон еще фиолетовая, видите, есть. Ну, хочу еще розовую. И сейчас еще вышла еще одна туфелька, такая флакон наполовину черный, наполовину розовый. А, по-моему, Blush Intense как-то так называется. Вот это вот Prada тоже очень красиво. Вот это классика, люкс, которого больше не выпускают. Это просто шедевр парфюмерии. Несколько раз подходила, но все равно нет. Вот этот Over Red. Это просто как будто бы взяли и разбавили кофе. Как будто бы вода и кофе. Не знаю, вообще мне не понравилось. Сотый фланкер вообще никакой. Вот это вот красота, девочки. Вот это вот прозрачность, красота, цветы. Это что-то между Mask Noir и Mask Noir, как он там, Intense, или как он там называется. Что-то среднее, в общем, красивый аромат очень.